Всем юхай, с вами Амайн, и вы на канале Амайн Гейминг, и ролик по Valorant. Окей, круто, зашибенно и офигенно. Но есть один нюанс. И этот нюанс заключается в том, что ролик должен был быть по Хайду. И насчет Хайд онлайна. Вот хочу вот вас спросить. У вас тоже он не работает? Он у вас тоже не запускается ни с эмулятора, ни с телефона? При переустановке его он весит 55 мегабайт. Мне кажется, разработчики закрыли этот проект, и Хайд онлайн больше не работает. Либо это только у меня, но хотя я такой думаю, я на эмуляторе обычно записываю Хайд. И типа запускаю его на эмуляторе, он не запускается. Упс, ошибка, проблема. Хорошо, понял. Может быть, разработчики как бы запретили эмуляторы. Именно в Хайде, да. Захожу с телефона, та же самая фигня. Я не понял, почему так происходит, что такое. И такой, ладно, окей, все, Хайд пропускаем. Вот, и я надеюсь, что вы мне в комментариях сейчас поможете. И погнали ролик по Валоранту. Вот, какая-то такая вот тема. Вот что насчет Валоранту. Был стрим. Относительно недавно был стрим, где мы прям жестко, четко погнали вот это прям разминочка в каточку, да, сами понимаете. Где мы четко же вообще круто, офигенски тащили вот карьера, прикиньте. Без ранга, это все режимы, просто вот мы играли, тут побеждали, у нас больше как бы побед, чем поражений, что, кстати, круто. И как-то вот так вот это все происходит. Матч так что... найден. Матч найден, погнали. Так, кого выберем? Я думаю, я обычно играю вот с этим вот челиком. Вот с этим вот челиком, он даже на превьюшечке у меня со стрима на превьюшке, может быть, и в этом ролике. Все схвачено. Да, все схвачено, мы готовы. Опа-на. Опа-на. Мы с вами в данный момент в каточ. В смысле? Не по. А разминка там, размяться, нет? У нас уже первый раунд. И кстати, если я не ошибаюсь, подожди, на этом. На этой карте три планта. Три. Три, да. Алло, это как так-то, блин, три планта. Сейчас мы находимся на А-планту и будем его защищать. А, здесь поставили какую-то камеру. Подождите, у меня есть Кьюшка, у меня есть Ешка. Так, Кьюшка, я даже не помню, что это такое. Нужна пушка. Пушка, у меня только Юспик. Вот так вот. Ай, ё-моё, я забыл со стрима то, что это слепо, извиняюсь. Все, Ешка. Ешку, все, забей. Пистолет. Аккуратно. Чё? Понимаю, мне тупо дали хедшот сразу моментально. Сколько я урона нанес? А вас убили. Я нанес всего лишь... Короче, я нанес урон двоим челикам. Своему убийце я нанес всего лишь 30 урона. А и другому челу, которого я даже не спалил ни разу, 46 урона своей вот этой хаешечкой, скажем так. Правда, это не хаешка, это... Вы мне больше нравитесь. Ой, ё-моё, как это называется? Как это называется? Это как коктейль Молотова. Знаете, что здесь прикольно? Здесь я вот прицел себе сделал, как вы в курсе, как вы это уже поняли. И, Тим... Кстати, мы затащили этот раунд. Прикольно. А, можно видеть прицелы тиммейтов и противников. Это очень прикольно. Мне пока что вот этот красненький вообще прям зашибись, как нравится. Они будут выходить, если что, оттуда. Вот Ешку мы сейчас опять же туда закинем. На всякий случай. Вот так. Оп! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Реально, они там, пацаны, они там. Так. Я убил чела, я убил чела. Ёперный кокос. Их там, подожди, дайте микрофон подвезу. Их там обосраться сколько. Их там обосраться сколько. Аккуратно. Нет заряда. Нет заряда, значит плохо. Остался один враг. Хару. Мы затащили. Я сделал один килл и одну помощь. Я сделал килл со своего коктейля Молотова, это которая на Ешку. Мы, короче, пекло покупаем, горячие руки, вот, это называется горячие руки и крученная подача. Мы вот это вот все покупаем сейчас, давайте тяжелую броню, юспик до юспик, ну, правда, здесь это не юсп, но факт остается фактом, это похоже на юсп. Ну, согласитесь, это похоже на юсп. Это очень классно. Так, подождите, я на Б, если что, я на Б, пацаны. Ребзи, я иду на Б плент, потому что это, ну, типа... вон туда, все, хорош. Осторожно, все, я на месте. Все, аккуратно. А, это... Это тиммейт? А, это тиммейт, реально. Гараж двое, прикиньте, пацаны, гараж двое. А! Дамс.
Я нанес челику всего лишь 12 урона, и то не тому, который меня убил. Спайк установлен. Он меня с пистолета убил. Ребят, я не размятый, я серьезно говорю, я вообще... Остался один игрок. Я вообще ни капельки не размят в данный момент ситуации времени. Глупо. Четко. Ля, как глупо и четко. Вообще зашибись. Я вообще не размят ни капельки. Поэтому как бы не серчайте, скажем уж так, и вообще видео я не записывал 10 дней. С Авика. Просто с Авика ему вот хедшот. А, ну это было не хедшот. Ладно, все. Кстати, мне аж холодно стало. Вот реально так. Пространственная материя здесь слабая. Я пройду. Логика вообще богов. Логика богов. Я беру калашек. Я беру, как бы, ну сами понимаете. Вот это по факту это калаш. Да, ага. Да, братик, да. И обычно, слушайте, это не русские сервера, ну тут типа нет понятия русский сервер, английский, американский. Здесь как бы челики из любых стран попадаются, поэтому это одновременно прикольно и не очень. Так, ребят, ну чё, как думаете? Как думаете, чё это за план будет? Как думаете, чё это будет? Я, короче, DPI мышки поменял, теперь у меня сенса побольше. Гараж твой, я не знаю, что такое гараж. Я не знаю, что такое гараж. Так. О, хорош. Спайк на С. Так, спайк на С. Так, ребята, все на С. Все. Вижу врага на миде. Может, на миду? Чё? Ля, ты... А как он прошел? Он в спину... Я извиняюсь. Он в спину прошел. Это вообще было в смысле? Он прошел в спину, меня убил сразу же. Там же тиммейт был. Короче, я челику, которого убил, я нанес 210 урона, и мы победили. Все, имба. Счет 3-1, это вообще хорошо. Я сколько? Я сделал 2 килла меньше всех, но я как бы... Беру его на себя. Вперед. Бери его на себя. Я никаких претензий имею. Не имею, вернее. Так, у меня на самом деле по деньгам вообще худо. Предлагаю сейчас вот так. А, и тяжел... Нет, легкую бронь и крученая подача. Крученая подача, это, короче, кьюшка, это которая слепа. Да, это такое бывает. Так, подожди, надо. Коврик для мыши покрывать, поправить, все. Все, вы готовы, дети? Я готов, все, понятно. Вы готовы, дети? Да, капит. Так, хорош. Вон туда просто закидываем. На! Осторожно. А, вот именно, осторожно. Так. Нужна помощь, я иду. Если, братанчик, если... Если тебе нужна помощь, запомни, я тебя прикрою, я иду, хороший чел там минус 2 дал. Так, аккуратно. А помните, они в спину зашли? Помните, они в спину зашли мне? Помните, они мне зашли в спину? Иду по слепу. Да блин, собака, я нанес 29 урона. Остался один враг. А, 29 урона я только нанес ей. Ну ё-моё, ну как так-то? Блин, ну бывает, ладно, бывает. Так, сменить игрока. Либо на Б, либо на С. По факту, братик. Они сейчас будут 100%. Подожди, мы играем за КТшников, получается. Спайк установлен. Да. То же самое хотел сказать, то, что сейчас установят спайк. Но, к сожалению, фиг поймешь, что это за плент. Это С. Это С плент. Пацаны, ребят, я серьезно, да, реально, по факту, аккуратнее. Ну все, я разобрался. Да, хорошо. Ой, имба, конечно, смело, ё-моё, как так-то по-другому может быть вообще? Все, мы победили 4-1, тащим потихонечку, аккуратненько. Вот сейчас, знаете, моя ошибка в том, что я пушу. Супер. И, но блин, у меня вот, а зачем я DPI поменял? Я в шоке, у меня теперь вообще здесь все по-другому. Так, давайте берем вот эту вот пушечку и фулл бронь и... А все, больше не надо. А больше не надо. А, знаете, в чем прикол? Хочу вам показать. Вот это же пистолетка. Личное оружие, пистолет, да? Вот. Классная пистолетка с дробовиками. Что, ну вот, стендоферы поймут меня. Стендоферы меня поймут. Так, это у нас... Разброс большой, ё-моё. Так, хорошо. Ребят, короче, я тут, если что. Так, давайте я выпрыгну. Ой-ой-ой. О, в смысле? Это как-то... Саб... Не понял. А... О, у нас спайк! У нас спайк!
Подожди. Я на иксе. Пацаны, я на иксе. Все, забей, я на иксе. А, так его убили! Хорош! Да, thank you very much за слепую. Все, я возвращаюсь. Все, хорош. Это такая, здесь такие есть штучки всякие. Так, пацаны, С. А, мы победили! Лол! Нормально. Я пускай на последнем месте, но я, по крайней мере, сделал 3 килла, и это уже хорошо. Так, тяжелую бронь берем. У нас все на максимум. У нас все вообще. Все имбово круто. Вот никто, кстати, не пошел на С, что на самом деле огромнейший минус. В смысле, почему вы меня одного на С хотите оставить? Это мне очень сильно не нравится. Вот так, посмотрите, вот так вот делаем. Так, в смысле. А, надо подождать. Нужно 5, 4, 3, 2, 1. Все, давай, погнали. Раз, два, три. Время охоты. Опа, все, хорош. И, мне такую же дали. Я ешку туда даю, если что. Ой-ой-ой. Это цепь, пацаны. Че? Как он? Не понял. В смысле, подожди, там есть еще? Я эту карту не знаю. Я на этой карте на стриме не играл. Там есть какой-то еще один проход, потому что у меня убил чел, который вообще справа был. Ой-ой-ой-ой, братан, аккуратнее. Ой-ой-ой, слепо. Это слив, потому что они спайк установили. Это слив, потому что они уже установили спайк. Чё-то я на такой карте... Может быть, и затащу. На этой карте, возможно, все таки я играл когда-то. Но, короче, там дали слепую, и это... А, я думал, он сейвит. Ой, я думал, он сейвит. Нужно лишь хорошенько поработать, и победа наша. Хорошо, мы берем оператора, то есть... да, понимаете, что за имбу мы с вами сейчас берем. Вот это что? Это такая имба. Вот сейчас вот будем просто разно... Нифига себе, разброс. Сейчас будем разносить, пытаться что-то с этим сделать. Я не знаю, получится ли это у меня, но я, по крайней мере, постараюсь сейчас и попробую. Я покажу, как надо. Давай, братик, показывай. Показывай, как надо, потому что я не умею. Опа! Вон туда, даю. Все хорош. Понятно. Так, ребят. Я попробую что-то с Авика сделать. Я не знаю, получится ли это у меня. Серьезно? Ты уверен? Слушай, мне кажется, маловероятно то, что... Этот серьезно? Это... Ястреб пошел. Пацаны, аккуратно. Есть что тут? Тихо. Ч. Я чекаю. Я не знаю, где здесь мид. Это вообще другой плент. Ёперный кокос. Это другой плент. Я. Ага, тихо, и мы топаем. Нормально. Так, пацаны, я беру пушку другую. О, тут вещулька. Пошел. Аккуратно. Слепо. 30 секунд. Да ё-моё. Скорее всего, это А, скорее всего, это Б. Ну ё-моё, ребят, давайте как-то это... Играть более... Да. Я не понимаю. Спайк установлен. Да, это А. Ястреб пошёл. Ё-моё. Слепо, две слепы сразу. Чё? Да ё-моё, я думал, он справа будет. А он был слева. Ну, ё-моё, брат, ну. Ладно, 6-2. 6-2, ничего страшного. Мне надо начинать делать киллы. Мне надо начинать... Я вот на авик потратил до хрена денег. Теперь у меня экономика вообще нулевая. Я, знаете чё? Купить? Подожди, я беру дробаш. Я беру броник фуловый и у меня есть ешка, и ешки вполне достаточно, я считаю. О, кстати, у меня больше всего помощи. Серьезно. У меня 6 помощи. Это не может не радовать. Все, ребят, давай, погнали. Я, смотрите, я прям с ешкой залетаю вот сюда. Вы делайте, что хотите. Во, все, хорош. Я с ешкой залетел сюда и сижу здесь. В смысле нет заряд? А! Так, подожди, здесь надо аккуратно. Все, ребят, пушим им в спину. Аккуратно. Вот тут кемперы любят посидеть. Хорош. Все, я захожу. Да ё-моё.
я Феникс, круто. Меня обошли. Это, короче, этот чел... Это Тавик берет, я в шоке. Прикиньте, не убьет. А, ухару. Слушайте, походу пахнет сливом на самом деле. Потому что вот этого чела всего лишь 3 хп. И с пулемета он не может попасть. Хорошо, 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 хорошо. Давай, 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 давай. Да ё-моё! Они попасть не могли. Ну а что поделать? Давайте, а что первым нам это с вами? Лучше, чем обороняться. Пошел ты нафиг, знаешь, что я тебе скажу? Лучше, чем обороняться, лучше иди пукни два раза и все. Так. Битва упортых. Ну да, а чё нет? А чё нет, когда да? Я на С. Я на С-шку, потому что подожди, подожди. Вот, хотя можно позицию занять здесь. Типа, окей, это опасно. Давайте начнем с того, что это опасно. Пошли. А, кого? Три, еще 3 секунды, какой пошли. Короче, смотрите, я сюда прокидываю Ешку. И держу вот эту местность. Хотя мне можно вообще засесть и кемперить жестко. Так. Враги на А, ну это понятно. Спайк на миде. Хорошо, спайк у этого чела я иду. Иду по следу. Ой-ой-ой, аккуратно, дядь. С. Подожди, подожди. Ой, понеслась. Все, хорош. Все, отлетаешь. Отлетаешь, отлетаешь. Все, подожди, подожди. Их остается двое. Их остается двое. Как мне тут пройти, пацаны? Посмотрим, кто где прячется. Так, аккуратно, четверо. Остался один враг. Где? Где? Где он? Где он? Оу, да. Мы победили. Хорош, хорош. Не, я себя вообще плохо в данной карточке показываю, потому что, ну, каждый из нас Valorant. Ок. Кстати, мне очень сильно нравится вот этот пистолет. Во-первых, как он сделан, это как бы револьвер, но как он стреляет, вот просто послушайте. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю сейчас. Ну, это вообще имба. Это имба имбейшая, правда, то, что мы заняли этот плент, это вообще максимально глупо, на самом деле. Осторожно. Так, я попробую вот тут. А, слепо, не понял. Да пошла ты в сраку, разозлился. Окей. Так, давай перетяжка. Я отсюда пойду, я отсюда пойду. А! Так, понял, мне плохо. Спайк установлен. Подожди, можно мне? Ой, ушел, 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 ушел. Хорошо, 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 ушел. Да ё-моё, сэ. А это как так? В смысле? А как так я нанес? Я ей нанес 105 урона? Тебе еще нужно исполнить свой долг. Остался один враг. Как только без этого? Что происходит? Я не понимаю. Я нанес ей 105 урона, а она не умерла. Это как? Ну, типа, блин, сколько здесь фуловый урон? Ну, 100 же. Перезаряжу. 100 и 50 брони. Кстати, о, вот, вот в чем эта игра лучше стендов. Потому что ты вот так делаешь, и здесь видны повреждения. Можно занять такую позицию, конечно. Это опасно, это очень опасно, на самом деле. У меня есть Q. У меня есть Q, и, скорее всего... Нет! Круто. Время охоты. Да вообще посрать. Все, слепо использовал. Это флешоны вообще, ладно, все. Да ё-моё, ну все, забейте, ребят, я, у меня что-то не летит просто. Не летит раз, не фартит два, не пердит три. Это... Чел на Б зашел, хорошо. Боба, да. Слушай, мы то тащим, ну у нас, короче, чел жесткий, у него 18 киллов уже. У него уже 18 киллов, он реально жесткий. Туда, раскидал, раскидал. А у нас... А у нас один. Ой-ой-ой. Если сейчас будет... Это... Он... Прикиньте, если он сейчас сделает эйс. Если он это сделает... Неужели мне это нужно эйс. Имба. Имба. Вообще красавчик. Смена сторон у нас произошла в данный момент ситуации времени. Я беру, если что, Tech9. Да, это похоже на Tech9. Спорить не надо, это похоже на Tech9. Сами рассудите, ну чё?
Нет, я, нет, ребят, я играю со скином. Как получить скины в Valorant? Где их купить? Покажи, ребят, скажите мне, пожалуйста, подскажите, где купить скины на Valorant? Просто чекайте, такая имба. Чудесно. Чудесно, а, конечно. Чудесно. Так, подожди, мы со Спайком, короче, сейчас мы играем за Т-сторону. Мы сейчас залетаем на С, получается. Так, аккуратно, аккуратно. С, это тут вообще жесткий лонг. Хорошо, когда они отвлекутся, мы их бьем. Понятно, впал. Ястреб пошел. На. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Слушайте, мне кажется, надо спину прикрывать. О, осуждаю такие слова, ребята, не надо. О, тут уже мы заходим. Я понял. Я еще в спину вот так вот сделал. Смотри. Ну ладно, мне помощь дали. Мне хотя бы дали помощь. Я снес ему 78 хп. Прикончила, молодец. Ууу, какие скины имбовые. Ребята, как скины получить в Valorant? Наш один остался. Ой, хорош. Ничего страшного. Капец. Да. Ну, это одновременно имбово, одновременно круто. Чего нам ждать на этот раз? Мы, конечно, слили, но... Вы заметили закономерности в их стратегии? Ничего не заметил вообще, абсолютно ни капельки. Я лишь заметил то, что нам нужно держаться вместе. Пошлите, ребята. Б? А, Б. Хорошо, давайте. Ага. Я не против пойти на Б, в принципе, потому что Б это имба. Все, вот так вот залетаем. Смотри, я вот займу вот такую позицию. Она опасна. Она опасна, я полностью согласен с вами. Но, а по-другому? А как по-другому? А как? Го в Бравл! Окей. Ястреб пошел. Ястреб пошел. Хорош. Перезаряжу. Он никого не спалил. А, Ешку. Хорош. Все, Ешку закинул, если что. Все, залетаем. Давай, давай, пошел. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Хорош. Аккуратно. Аккуратно. В смысле? Тихо-тихо-тихо! Да, мне страшно, пацаны, мне страшно. Перезаряжаем. Так, нас двое. Остался один игрок. Да. Я тупо в этой катке ластовый. Я могу затмить всех их радиантов. Ну затмить, что поделать. Да, ужас, вообще осуждаю такую тему полностью. Нужна пушка. Алло, на. А как скинуть? Т. Спасибо. Так, подожди. Я рядом, бро. Подожди. На G выкидывать, если что. Да. Если что, выкидывать на G. Все, погнали. Я слепо. Осторожно! Подлечитесь! О, спасибо за лечение! Ой, капец, обосрался. Так, тихо. Все, залетаем. И, ребята, если залетаем, то залетаем. Логика боков. Спина, 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 спина. Враг ослеп. Просто вообще пофиг, вообще пофиг. Остался один игрок. 40 хп сношу, я не понимаю. Почему на стриме я типа разношу, да? А тут я как бот играю. Ой, ну тут других вариантов нет, надо как бы это, да? Побольше Valorant, побольше Valorant, чтобы это как бы тренироваться, оттачивать свои навыки игры. Так. Все, пошлите. Окей, да, да, я против, братик, я не против. Если, подожди. У меня есть цешка, у меня нет иксы. Блин. О, они меня найдут. Все, погнали. Пошлите. О! Обосраться. Подожди, Кью. На. Все, хорош. Перезаряжаю. Да. Хватит флешиться. Можно, пожалуйста, не флешиться? Пацаны, аккуратно. Чё?
Стекнайна минус 2 дал. Стекнайна дал минус 2. Я не убил. Даже урона не нанес. Ну как так? Ну чё так? Это жесткий бомбеж просто. Окей. Не понял. Ладно. 10-6. 10-6. Сейчас затащим. Ну, а по факту, друзья, брать. Помните, что я всегда рядом. А ты кто такая, чтобы ты... Чё? Хорошо. Хорошо. Перезаряжу. Мы можем... Это пулемет. Имба. Не, с пуликом имба. Все, погнали, ребят. С пулемет. Перезаряжу. Имба. Слушайте, я... Сейчас я покажу, как надо. Ладно. Слушай, подожди. А если я буду... Время охоты! А если я буду сидеть кемперей? Чё? Да вы... Я обоим! Я обоим по 102 урона снес. А сколько здесь урона всего? Тут оружие. Сколько хп? Хп 100, но если я нанес... Тут оружие. Если я нанес по 102 урона, почему я не убил? Ребят, кто шарит, напишите в комментах. Я в шоке. Ну все, я разозлилась. Давай, покажи, как ты. Ля, чё там, ля? Это просто лютый сайберспорт, понимаете? Киберспорт Valorant, он тоже очень жесткий. Мы победили. 11-6 счет. Понимаю. Да, понимаю. Так. Мы берем Windows, бронь. Перезаряжу. И получается крученую подачу. Это слепо. Это слепо, я не умею ей пользоваться, но, по крайней мере, надо научиться ей пользоваться, сами понимаете. Вы задолбали. Слушайте, может на Б? Я справлюсь. Давайте на Б, реально. Двери мид. Хорошо. Осторожно. На. Аккуратно. 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 Из А идет, понятно. Ястреб пошел. Враг ослеп. Так, сзади обкой мы слышим, да. С. Вот так. Все, пошел. В смысле? Что-то не то. Спайк устанавливается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ю, ребят, ю! Флэш! Флэш! Аккуратно, тихо! Помогите! Ё-моё, их двое! Да, давай, устанавливай, ё-моё! Один враг. Это авик. Это авик. Да ставь! Да, реально, подожди, давай уйдем. Хорошо. Ее там нет? Или что? Она там. Вот это я понимаю. Хорош. Капец, это просто... Мы затащили. Последний раунд. Последний раунд. У нас в данный момент ситуация времени происходит. Я беру, типа, это, знаете, это сопоставимо с диглом, на самом деле. Чем-то похоже на дигл. Ой, капец, это шо, это как, это зачем? Согласен, мощно вообще, имба. Так! Перезаряжу. Ууу, капец, скин имбу. Сыграем на их слабости. Да, сыграем на их слабости, вот это правильно. Давайте, погнали. Да ё-моё, вы задолбали со своими стикерами. Чё, нет. Убил, наконец-то. Пацаны, вылечи. Да, на. Понеслась, да. Подожди, это хп, значит? А, это лечение. Лечение, все, у меня 50 хп, хорош. На иксе, смотри, на иксе вылетаю. На иксе вылетаю, все, понимаешь? На иксе. Ну, я вернулся, мне как бы пофиг. Все, хорош. Хорош, вон там чел. Имба. Один. Наношено. Чух. Нанош опасен. Я держу, если что. Я могу вот так пройти. Сейчас взрыв.
Мы победили. Все, погнали. Победа нападающий. Победа нападающий. Я нанес 999 урона, прикиньте. За всю игру. 999 урона, это так много. И, к сожалению, катки в Валоранте длятся долго. К сожалению. То есть, одна катка, один ролик. За стрим можно сыграть каточки 4. Мне дали! Да! Имба! Нет! Назад! Где? Подожди. Коллекция! Коллекция! Вот. О, брелки! Да! Прикрепить брелок. Хорош! У меня здесь есть брелок. Подожди. Допустим, с чем я играю? Я играю вот типа, ну это типа юсп, ладно, брелочки. А, подожди, вот! Не, подожди, используй. Ну я, это стандарт. Valorant, использ... Как? Облики, брелочки. А как их использовать? Как их купить? Как, вот как покупать скины? Я не понимаю, чего? А, как покупать скины? Ладно, ладно, подожди. Брелки. Вот, опять же. Прикрепить брелок. Не. Два не назначен. Подожди. Мы можем еще на юспик повесить, потому что у нас два таких брелка, да? Брелочки. Применить. Хорош. И получается, у меня есть брелок тут. Точно больше брелков нет? А, еще? Во. Теперь больше брелков нет. Все, я понял. Ножи. Здесь есть мачете, здесь есть разблокировать облик. Базовый уровень. Может, я недостаточного уровня? Ну, блин, бита имба. Бита, на самом деле, имба. Вот такая штука. О, щищ, вот так. Ну-ка, о, тут есть бабочка. Это причесываться? Не понял, неплохо. Ну ладно, на этом уже можно заканчивать, потому что мы уже ролик записывается полчаса, даже больше. Ну что, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Если понравилось, лайк. Если не понравилось, дизлайк. Напишите в комментариях, батащенько ли получилось. Пока!